может быть, у вас есть яхта очень умный дом, и вообще некуда девать деньги, это частая распространенная проблема в Украине у обычных жителей, вот некуда девать свои миллионы, покупайте браслет. Есть такой умный статусный браслет, с его помощью можно оплачивать покупки, управлять системой, собственно, умного дома, частной яхты, автомобилем. По желанию клиента может быть добавлена, в принципе, любая возможная опция. Смарт-браслет Армил украшают золотом, драгоценными камнями. Восстановление батареи происходит за счет энергии движения рук. Не украшение, мечта. Но цена, вот мы тут выписали, от 75 до 149 тысяч долларов. То бишь копейки практически. Мне кажется, вышел, что... купил, раздал детям. Мне кажется, что за нашей спиной Антон подрабатывает в программе «Магазин на диване», понимаешь? Потом тихонько приходит и по партизанским маркетингам начинает это в нашей программе что-то заявлять. Ты еще там в конце концов... Да? Я не понял, то, что я тебе скидку предоставил, это было недостаточное основание для молчания, да? То есть не надо было это сейчас вслух говорить, да? Нет. Ну ладно, забыли, проехали. Говорим в голос чуть тише.